Джина Лалабриджида. Дехи Виллинд «Москита» прогревает двигатели перед ночной разведкой. 1944 год. Бельгия. Британские многоцелевые бомбардировщики, ночные истребители типа «Москита» имели одни из самых низких показателей потерь – 16 самолетов на 1000 самолетов вылетов благодаря выдающимся летно-техническим характеристикам, в частности, скорости и высоты полета. Эксплуатировались с 1941 по 1953 год. Один из немногих самолетов-союзников, который можно смело назвать «British Fanier». Мэрилин Монро. Фотограф Артур Виги. 1949 год. Ведущие Юрий Сенкевич, Александр Иванов и Сергей Капиц. Клинт Иствуд с сербскими девушками. 1974 год. Отдыхающие делают зарядку. Ялта. 1972 год. Пионерский салют на Красной площади. 1967 год. Подрыв памятника солдатами итальянской пехотной дивизии Сфорцеско в оккупированном городе Красный Луч, УССР. Август 1942 года. Профессор Московской консерватории Петр Петрович Ильченко играет для солдат Южного фронта, СССР. 1942 год. Робот с дистанционным управлением СТР-1 принимает участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. 1986 год. Город Припять. Уличная торговля обломками Берлинской стены. 1990 год. Западный Берлин. Телевизор для бабушки. 80-е годы. Фото с автографом. Адольф Гитлер с овчаркой Блонди. 1937 год.